Дорогие друзья, завершает финал RCC Fight Show. Двухраундовый бой в полутяжелом весе до 93 килограммов. Встречайте в синий угол октагона бойца из города Тюмень, Сергей Чаленко. Когда багровые реки во мне остынут, и все, чем был когда-то я, останется моему сыну. Он будет продолжением отца, и однажды я расскажу ему о нас, или ему расскажут. Тихо. Я помню, как меня растили. Бой принять. Ну что, друзья, заключительный поединок сегодняшней программы. Полутяжелый вес, шестая пара, 93 килограмма, ровно лимит. На ваших экранах Сергей Чаленко из команды Александра Шлеменко, представитель города Тюмени, Роман Мухамедшин, его земляк, тоже помогает ему, конечно же. Сергей является мастером спорта по панкратиону, серебряным призером чемпионата России 2021 года и участником чемпионата мира по панкратиону. Он КМС по боевому самбо, КМС по дзюдо и мастер спорта международного класса, между прочим, по пауэрлифтингу. Короче, так что вдруг Рэмбо, он соперника поднимет и сбросит. Он Рэмбо, короче. Посмотрим. Нет, ну вообще, у него же Рэмбо. Если брать Сильвестра Сталлоне, то в нынешнем контексте лучше быть Рокки, наверное, чем Рэмбо. Не, у него это прозвище Рэмбо, да, это правда. Чисто поклонник Сталлоне. За него здесь приехали болеть, как и в полуфинале. Надо было проверить его на холодное оружие. И на пулемет в кармане. Да. В красный угол октагона встречайте его соперника из Санкт-Петербурга, Владислав Самонов. Самонов. Владислав Самонов из команды Магомеда Исмаилова. Ты человек... смотри, он, опа-на, дерзко. Да, еще вчера в Папахе на стардаунах был, все. С удовольствием представляет. Главное, чтобы Папаха команду. Не стреляла, а остальное нормально все. Это да. Так. Владислав, мастер спорта по рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата России по рукопашному бою, чемпион России по рукопашному бою в абсолютной весовой категории. Я думаю, хорошая борьба у него, ну и стойки может поработать. Все-таки хорошие полутяж. Регалии, хорошие. Да. Опа. Не, мощный парень, он заряжен, он вышел на замену в проекте. У него большой шанс, он, можно сказать, без отбора попал в финал. И для него это огромная возможность себя хорошо зарекомендовать. Показать, зарекомендовать. Да, да. Я думаю, будет на полную работать Самонов. Здесь тебе ему терять нечего. Да. Вадим Изотов, подальше от телевизора сиди, глаза не порти. Ну что, друзья, давайте дождемся начала поединка. Ех! Дамы и господа, представляю вам финалиста в полутяжелом весе. В синем углу боец из города Тюмень. Ему 30 лет, рост 177 сантиметров, вес 92 килограмма, 850 граммов. Он мастер спорта по спортивной борьбе панкратион. Серебряный призер чемпионата России 2021 года, участник чемпионата мира, кандидат мастера спорта по боевому самбо и дзюдо, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Лифтингу Сергей Чаленко. Его соперник в красном углу из Санкт-Петербурга. Ему 27 лет, рост 180 сантиметров, вес 94 килограмма, 300 граммов. Мастер спорта по рукопашному бою. Бронзовый призер чемпионата Европы по рукопашному бою. Чемпион России по рукопашному бою в абсолютной весовой категории 2021 года. Победитель первого международного турнира по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов. Владислав Самонов. Рефери боя Виталий Челый. В середину. Мужчины, правила знаем, не нарушаем. Работаем 2 раунда по 5 минут. Возможно, экстра раунд. Все ясно. Руки пожали. По углам. В угол. Остаемся в углу. Судья,
Судья, готов боец? Готов боец? Первый раунд! Ну что, друзья, стартует финал в полутяжелом весе. Здесь лучше не моргать. Здесь один удар может все решить. 100%. Две тяги. Всегда мы с это говорим. С плотными ударами. Так, задняя нога по животу. Две тяги надо запомнить. Так. Поджимает немножко Самонов. Чаленков встретил, но вроде по защите. Самонов заряжен. Да, Владислав хочет показать себя. Обещал он, что Рэмбо придет конец после того, как он в Дагестане на гору забежал. Ну вот, посмотрим. Да, кстати. С такой бранью. Да. Он это сказал. Не буду я в эфире повторять, что конкретно тогда сказал Владислав. Опа! Вот и один удар. Так. И все, и полетел Чаленко. Так. Ну, держится Владислав. И еще один нокдаун. Рефери очень внимательно смотрит. Вот, мне кажется, не отпустит. Не отпустит уже, скорее всего, но поднимается Самонов. Если Самонов перетерпит. Смотри, богатырь какой. Еще пропускает. Хорошие вот это были, война. Хорошие. Такие пятилитровые банки были. Да. Ух. Ну смотри, Самонов-то подвосстановился. Дерзкий бой. Ой, хорош. И тут добавлять надо Владиславу самому бить. Самонов спит что-то. Ну да, немножко включаться медленно надо, стартует. 100%. Ну слушай, пока ударов насобирал, пока пережить немножко да, надо. Да, да. Ну если подышать. Переживет. Ну уже пережил. Теперь надо отвечать. Ну, не знаю, может еще банку хапнуть. Ну, видимо, они ему не так уж и страшны. Ой, задняя нога попал. Так. Нет, еще туда, нет. Но мимо. И полутяжи пока без борьбы. Ну. Так, складывает левый боковой Чаленко. Размены всегда интересны. А тем более у тяжелого веса. Вот, да, конечно. Хотел борьбу, апперкотик. Не сильный, но... Но куда надо. Цель. Александр Павлович послушал Чаленко. Лоу-кики. Подвымахался. Ну да, конечно, темп сейчас упадет у Сергея, он очень много сил потратил. Оп. Там. Аккуратненько достал Самонов Чаленко. Так. Справа уже Самонов донес. Хороший размен, яркий. Ну и ждут ребята, кто первым пойдет в атаку. Полетели, так. Здесь опять неприятная ситуация у Самонова. Он опять встает, по крайней мере пытается. Не дает подняться Чаленко сопернику. Так, ну разворачивается Владислав. Ну слушай, Лев, какой ставил характерный ручку. Самонов, скажи. Не Самонов, не сдается Владислав. Пока что непростая у него позиция, но при этом особо и не угрожает отсюда Чаленко. Но вот сейчас решил побить. Чаленко нагружает нормально. Да. С другой стороны, уже подвымахался. Да, уже должно быть не так сложно с ним. Но я думаю, и Самонов не собирал ударов. Уже видим нос. Просто. Нос, да, нос разбил. Ой. Самонов. Хорошие такие удары закладывает. Туда особо не чувствует. Показывает. Затылок внимательно. Так, походу нужен зонтик здесь. Да, вполне возможно. Я, если что, на Фоксе. Ну, тебе не привыкать. На меня тоже уже попадало, ничего страшного. Да, конечно. Никогда не забуду свой Дмитрия Кудряшова. 100%. Я вот как-то был там, конечно, кровь. Так. Ну, контроль пока за ним, за Чаленко. Александр Павлович внимательно смотрит. Опа! Так, хитрить решил Самонов. Ой-ой-ой, попал там. Аптик, опасный аптик, конечно.
Ногой по лицу. Да. Так, так. Я не думал, что мы увидим второй раунд. Вот это бой. Друзья, конечно. Выжил. Шикарный финал. Давайте ждать второй раунд. Все хорошо, отлично провел раунд. Что? Нормально все. Сейчас бросайся, не гляди же на кого там. Да. Все он так тоже устал, Серега, он так же устал, как ты. Он сам может придет. Даже больше. Он сам тебе придет. Да. Не гони на кого там. Ты бежишь, бывает, чуть-чуть ошибаешься. Но все хорошо, когда стоишь. Когда ждешь его, отлично. Перехватываешь, отлично. Проходим, проходим, не задерживаем. Остаемся в углу. Остаемся в углу. Остаемся в углу. Остаемся в углу. Готовы? Готов, боец? Готов, боец? Второй раунд! Итак, друзья, смотрим второй раунд. Полутяжелый вес. Финал RCC Fight Show. Заключительный поединок. Здесь или победа Магомеда Исмаилова в плане командной борьбы как тренеров, или ничья. У Чаленко была команда ждать, что Самонов придет сам, не гнаться за удары. Подсказывает там из угла своему партнеру по команде, говорит, Серега забирает центр. Вот, Чаленко пошел. С комбинациями полетел, ой-ой-ой. Самонов начинает. Ждет Чаленко, ждет, будет, пока придет соперник сам. Так, так. Самонов в режиме берсерка уже. Да. Бей, а мне не больно. Лучше так не надо. Ну, это точно. Для здоровья очень вредно. Не делайте так дома. Не повторяйте, друзья. Не повторяйте никогда. Да. Врача надо? Так, Чаленко. Нет, дайте. Подожди. В нейтральном углу остаемся. В нейтральном углу. В глаз попал. Тай! Пальцем. Тычок, тычок. Да, тычок, тычок был большой. Не спеши, проморгайся. Нормально подышать чуть-чуть, дух перевести. Да, в полутяжелом весе это точно поможет. Парни большие. Давай, нормально, все нормально. Я видел, он потом. Готов? Так. Ну да, ткнул готов. Так на излете. Да. Небольшой. Но не ребята готовы так продолжать. И давайте дальше смотреть так этот фейерверк эмоций. Опа, так. Опа. Ух. Так, Чаленко навстречу хочет поймать очень сильно. Самонов. А Самонов пошел вперед. Ему Самонов терять абсолютно настигает. Нечего. Лоу-кик жесткий пошел. Чаленко неправильно чуть смещается. Хотел перевести Чаленко, не попал. Сам, сам вперед. Дай два вперед. Два вперед дай. Прям под заднюю руку смещается. Хорошо. Целая прямая спереди. Центр мне давай. Центр мне давай. Давит Самонов. Пошел вперед Самонов. Он не дергает друг друга. Просто безумно бьет. Ни один, ни второй не дергает. Ну такие воины. Просто кость-кость, зуб-зуб. Да. Опа. Хороший сдвоенный левый от Чаленко. Так, опять по пузу мимо. Жесткий мидл-кик от Самонова. Так. Попал он им. Даже через руки этот удар наносит урон. Самонову надо попробовать одноименку кинуть. Задняя рука, задняя нога. Ну да, да. Мне кажется, так, пройдет. Попал с левой Чаленко вблизи. Ногу ловит, Андрей! Стой, готовы! Двигаться! Задняя рука, стой! Слышим, слышим, подсказки. Переживаем, но лучше момент. Он вышел под плечом Самонова. Руками! Подними выше руки! Выше руки! Дергай! Дай! Хороший бой. Через пацаненский. Да. Зрелищный глав. Да. Опа. Ой-ой-ой. Вот о чем я говорил. Самонов дождался. Наименка нужна. Не спеши. Не вкладывайся в каждый удар. Так. Он встал. Он встал. Мне кажется, в свой угол. Нейтральный угол. Сейчас Самонову
тарки здесь помогут, мне кажется. Тебе есть время восстановиться. Так, дают время восстановиться. Тарки решают пока во втором раунде. Готов? Чаленко устал. Готов! Сильно устал. А вот Владислав-то пока давит, но времени не так много. Две минуты. Начал посмотрим, чем все кончится. Ой-ой-ой! Травма? Что такое? Что случилось? Сдался. Все? Отказывается от продолжения поединка Сергей Чаленко. И команда Магомеда Исмаилова выбегает в клетку праздновать победу, друзья. Да, поздравляю, вот так Магомеда на характере. Владислав Самонов зарабатывает свой контракт с Лигой FCC. Да. А теперь большая ответственность на Александре Павловиче. Да. Вытянуть свою команду. Нужно, да, свою команду в декабре мстить. Дополнительный сюжет для большого боя Исмаил Шеменко, друзья, но до него еще, конечно, много времени. Все видели, знаешь, когда большое давление на Шеменко, он себя очень сильно показывает. Это 100%. Но, друзья, мы с вами посмотрели кучу отличных финалов. Нам осталось послушать интервью с победителем, я думаю, с наставниками команд. Но программа боев на этом подошла к концу. Илья, спасибо, что со мной покомментировал. Спасибо за внимание. Вам спасибо. Отличного друзья, опыта. Услышимся. She's happy on the inside and got a lot of friends online. Shake back to the rules, you got control, but my intention, babe, it's tap and scroll. You got control, but my intention, listen, you got us listening. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил бой на 2:54 второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Владислав Самонов! Владислав, давай. В центр клетки. Дайте пацану футболку, пожалуйста. Без этих вещей нельзя сегодня начать послематчевое наше интервью. Владислав, давай. Футболку тебе не несут, поэтому давай поговорим. Поговорим теперь. Во-первых, первая новость. Ты совершил, на мой взгляд, сумасшедший камбэк в этом поединке, и ты забираешь бонус. Бонус просто забираешь от телеканала «Удар» к своему гонорару. Ну и от Магомеда Исмаилова, да. У меня еще три человека. Слушай, давай начнем с того, что я как фанат сейчас тебя буду спрашивать. Ты вышел на бой, первый раунд такой пошел, и бой пошел так, как будто ты не верил в себя. И в какой момент ты этот переломил вот этот прессинг внутри себя и начал действовать? Эй, я всегда в себя верю. Я где тренировался, в Дагестане или где, мужики, вы че? Нет, я в себя верил, но просто первый раунд всегда сложно нащупать свою линию, поймать. Серега тоже такой корявенький немножко. Не знаю, что от него ожидать, честно. Он со мной... Я не ожидал, что он со мной в стойке будет рубиться. Вот, и это немножко меня застало врасплох, скажем так. Он красавчик, честно. Мужчина с большой буквы. Я, честно говоря, хотел
очень извиниться перед его командой, центром «Мать Тюмени», и перед Серегой. Он знает, что у меня были проблемы с весом, я не смог там 800 грамм досогнать. Вот, но на то были определенные причины, я скинул 17. Вот, опять же, я выходил на замену, поэтому возникли некоторые сложности. К «Маге» я приехал в кемп, я весил 110 килограммов, я не тренировался, сидел на работе, пил кофе, гонял таджиков с узбеками. Вот. Не, я очень их люблю, честно. Не-не-не, пацаны, я за своих пацанов, за всех нет никаких вопросов. Если кого... Это мои работяги, я за них ответственный, поэтому... Это моя работа. Ладно, давай вернемся к поединку. Все остальное обсудим чуть попозже. Чуть попозже. Никакой, нет обиды. Все, давай доработаем нашу трансляцию. Слушай, смотри, про вес. Ты сейчас профессионал. Ты сделал этот шаг, теперь ты в РСС. В каком весе ты будешь выступать? 93 или 93+? Если честно, я ничего не могу сказать по этому поводу. Сейчас у меня в жизни наступают большие перемены. Ну, никто еще не в курсе, но я уже об этом скажу. Через некоторое время я стану папой. И я хочу сказать, что очень люблю свою жену, Кристина. Я тебя люблю очень сильно. Спасибо тебе, я скоро вернусь домой. Я хочу сказать спасибо большое за поддержку моим родителям, мам, пап. Как и в прошлый раз, я говорил, что я вас люблю. Вы всегда со мной, всегда поддерживаете во всех начинаниях. Спасибо вам большое. Вот. Поэтому пока, наверное, будет небольшая пауза. Я постараюсь себя поддерживать полностью в форме. Магомед сказал, что двери Дагестана для нас всегда открыты, поэтому не знаю, как сложится. Я буду работать. Сейчас у меня немножко в моменте изменятся приоритеты. Но это не значит, что это конец. Просто пока на определенный период пауза. Вот. Я очень благодарен Лиге РСС, Николаю Клименко, что дал мне такую возможность. Его не вижу. Он сейчас выйдет в клетку. Вот. Хочу сказать большое спасибо. Ну и давайте пригласим Николая Клименко в клетку, а ты давай проходи к Магомеду. Друзья, мы просим остаться в клетке наставников, исполнительного директора промоушена РСС Николая Клименко, ну и, конечно, победителя Владислава Самонова. Всех приветствую. Ну, наконец-то подошел к концу финал проекта RC Fight Show. Ребята, вы, конечно, всех удивили, закатили настоящее шоу. Каждый из вас достоин контракта с нашей лигой. И мы постараемся в ближайшие дни вам предоставить интересное предложение. И уже в этом году, я думаю, мы сможем организовать вам новый бой уже в рамках профессиональной арены, побыть уже настоящим профессиональным спортсменом, дать вам дебют. Так что желаю вам удачи, не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. Давайте пригласим победителей в клетку. Итак, победитель весовой категории 93 килограмма Владислав Самонов. Сейчас поднимается в клетку победитель весовой категории 83,9 килограммов Андрей Пуляев. Поддерживайте, да, аплодисментами, друзья. Парни такую работу проделали сегодня в клетке. 77,1 Чингис Минязев. 73 Габриэл Габриэлян. 65,8 Григорий Беляев. 61,2 Константин Подойницын. 65. Николай, ну у тебя есть еще кое-что для нас, мы знаем. Да, я хотел обратиться к наставникам. Наставники, Мага. Сегодня удача улыбнулась тебе, команде Магомеда. Первый раунд за ним. Но я думаю, мы все ждем уже настоящее противостояние, финал. Нет, я думаю, ты сможешь дать реванш, поэтому уже в декабре месяце вас мы ждем. Надеюсь, без травм. Мы все равно выиграли, да, получается? Не, там уже другая будет. У вас собственный зачет идет, да, сейчас? Просто 1-0 в вашем противостоянии. Николай, ты хотел еще что-то добавить? Будешь добавлять что-то? Может быть, ты кого-то хочешь подписать из тех, кто проиграл? На самом деле, да. Мне сегодня, как я уже сказал, очень многие ребята удивили. Я очень многим дам контракт. Разовый пока. Хочу проверить. Тоже в деле. Это Данила Рогов. Я думаю, надо попробовать спуститься в 57 килограмм. Давайте поаплодируем.
Это Алексей Кальниязов. Тоже бой вечера, я могу отметить. Очень хороший результат. Я думаю, есть над чем поработать. Мы ему дадим шанс. То есть фактически, кстати, ребят, можете выйти в клетку, чьи имена назвали? Данил, Рогов. Выходи в клетку. И смотрите, Алексей, что сейчас Кальниязов. Происходит. Что происходит? 4-4, друзья. Не-не-не, подождите. Еще не все? Еще не все. Ну и Сергей. Финал, конечно, показал достойный бой. Поэтому мы даем всем шанс. Главное, ребята, реально не останавливайтесь на достигнутом. Не опускайте руки. То есть вы сделали свой первый шаг, и мы готовы вам дать им воспользоваться. Спасибо, друзья, большое. Вот на такой вот ноте давайте все вместе еще раз поддержим аплодисментами, друзья. Только что вы стали свидетелями финальных поединков проекта RCC Fight Show. Сейчас у нас противостояние 1-0, ведет Магомед Исмаилов. Но уже в декабре у Александра Шлеменко есть все шансы для того, чтобы сравнять этот счет. Да, и счет будет 1-1. И именно он едет сюда за реваншем. Декабрь, RCC 13, главный бой вечера. Все только начинается. До новых встреч, друзья! Make you feel good, make you feel alright. One time, feel good, yeah, y'all. Bust around in the place, y'all. Make you feel real good, y'all. Flip mode, squad in the place, y'all. Buck wild to all of my niggas who don't care. Flaws like a bunch of young black millionaires. Making you run me and my gun, stacking my ones. Flaws a little, invest up in the mutual fund. Blowing the horn, a sense of every day I was born. Never dream I see a nigga landscaping my lawn. Dangerous, my nigga should be accurate. Have to get the flow be so immaculate. Ayo, watching my dough, sipping my mo. Sipping it slow, them pretty bitches saying hello. Anyway, go ahead and display your oil of Olay. Little honey dip whipping a little cariole. I don't mean to hold you up, but I got something to say. Right. Swear to only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. This is serious. We could make you delirious. You should have a healthy fear of us. Cause too much of us is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My flip mode squad is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My whole entire unit is dangerous. Hold your breath, we swinging it from right to left.